можем отойти раз этот. Ага. Стойте. Ириш, держи. Надо чуть-чуть этот пол вовы. Там достаточно. Все. Достаточно? Да, да, опустите просто. А вот это вот не входит? Нет, да? Ну, задавайте вопросы. Скажите, почему для вас важно определиться с выбором профессии именно сейчас, уже когда ребенку 14-13? Ну, я как мама в первую очередь хочу, чтобы она свое будущее уже видела сейчас и стремилась, и понимала, что для нее лучше, видела свои наклонности, куда их развивать. И хотелось бы, конечно, как родителям облегчить жизнь, можно сказать так, выбор. Это такое, знаете, это тяжелое, когда ты выбираешь сам. Когда тебе помогают, это ты оценишь потом, когда ты отучишься и будешь уже работать. Ну, эта программа меня поразила, знаете, когда я первый раз услышала, тем, что это как проводник. Знаете, вот мы, родители, проводим своих детей по наименьшему сопротивлению. Ну, это я так оцениваю. А скажите, какие осознания были после этой работы, в ходе работы? Были ли они? Осознания? Да, осознания какие-нибудь новые по поводу будущей профессии. Ну, в нашем варианте мы как бы удостоверились, что мы идем по правильному пути, потому что у нас есть как бы уже направление, к которому мы стремимся. И это подтвердило это тестирование. И, наверное, это дало уверенность, что мы движемся правильно. И очень хорошо, что определились моменты, где нам нужно подтянуться. Потому что, в принципе, ты уверен, ты знаешь, только нужно подтянуть какие-то моменты. Вот это очень важно, и это осознание пришло и обрадовало, потому что это опять это все облегчает, это все облегчение будущей жизни наших детей. Что бы вы могли пожелать тем детям, которые сейчас задумываются о выборе профессии? Очень желаю, чтобы прошли это тестирование. Это нету никакого страха, это не что-то такое, что плохо, да, для ребенка или для родителей. Это только на позитив, это только на самооценку увеличения ребенка. И вы знаете, я бы очень хотела, чтобы это внедрялось, наверное, повсеместно в школах, потому что раз услышав и нет больше информации, один родитель, знаете, как бы зацепился за эту информацию и все. Если бы было, наверное, больше, и каждый раз это бы, опять пропагандировалось, чем больше людей, вот в моем случае, я теперь каждому, с кем я буду разговаривать, я скажу, что это да, это хорошо, потому что я вижу, как среагировала моя дочь на это все, пришла со страхами нашей школы, которые, знаете, экзамен это нужно сдавать, и уходит с позитивом, когда ты свое внутреннее, то, что ты хочешь, оно подтверждается, и твой путь, скажем так, уже намечен, это очень хорошо. И вообще вы очень большие молодцы, что вы это привезли к нам в город, и дай Бог, чтобы вы расширяли. Это очень важно, когда люди поймут, что это важно. Это, вот знаете, уместно или нет, но это как раньше было в советское время. Отучились, обустроили детей. Вот это тот же смысл, только повести по тому пути, когда ребенок будет удовольствие получать от своей профессии и найдет работу, а не выйдет экономист и будет работать, не знаю, там, поваром. Вот, я очень желаю вам, чтобы это повсеместно в наших школах проводили и люди шли на контакт, потому что проще всего сказать «не хочу», а прийти сюда, получить, во-первых, моральную поддержку, позитив и дать такой толчок детям в будущем. Спасибо, мы благодарим вас тоже за участие. Спасибо вам, очень большое спасибо.